На спасательной станции Центра гражданской защиты снова дети. На своеобразную воспитательную экскурсию на этот раз приехали второклассники из школы номер 13 имени Джанибекова. Знакомство со спасателями, этими замечательными профессионалами своего дела, воспитывает лучше всяких слов, прививает чувство ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. Все, что мы делаем для того, чтобы люди воспитывались правильно, понимали все вопросы, все трудности и росли правильно, берегли себя, своих близких, останавливали тех, кто не понимает, учили и учились. Помимо эстафеты, в которой были скоростные и силовые элементы, самое зрелищное в экскурсии по станции – это погружение в воду человека в гидрокостюме, который используется спасателями. Надеть такое снаряжение и даже поплавать в нем в реке могут и гости. Понравилось? Очень. Что понравилось? Такое ощущение, что я в невесомости. Собаки корги Щелковского центра гражданской защиты – своего рода достопримечательность, ставшая широко известным брендом Центра гражданской защиты. Они поднимают настроение всем – и самим спасателям, и их гостям. Собачка хорошая. А какая это собачка, ты знаешь? Корги. Что, на ваш взгляд, перенесло вам и вашим детишкам, которые вот ребятишкам, вот, вот такое, знаете, видение того, какие здесь замечательные люди работают? Если вдруг что-то произойдет, уверенность в том, что придет помощь, своевременно придет помощь, она будет оказана, она появилась. Но мне очень хочется надеяться, чтобы дети это отметили. Хочется думать, что у них появится стремление, может быть, когда-то встать на место этих спасателей, помогать другим людям. Мы постараемся со своей стороны, конечно, помочь им определиться с этим, помочь им рассказать, что такое помощь человеку, как ее оказывать, что такое жить в мире и что для этого нужно сделать. Для сотрудников Центра гражданской защиты каждое время года диктует свои задачи. К ним готовятся заблаговременно. В мае месяце мы сейчас начнем готовиться после нашего праздника 16 апреля. У нас сразу другое будет мероприятие, это начало летнего плавательного сезона. Мы проводим массовую акцию вот, на территории здесь парка. Покажем, расскажем, это будет очень интересно. Выступление спасателей. Каждый может попробовать сам себя в роли спасателя. У нас очень много задумок. И это очень наглядно действует. Значит, в прошлом году здесь 4 мы спасли, человек или 5. Вот. У нас не было вообще в округе ни одного такого трагического случая. То есть все было четко, все было нормально. Превентивные меры, они очень работают, если их правильно выстраиваешь и правильно осуществляешь. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.